Ребята, всем доброе утро, всем привет-привет. У нас сейчас 10 часов утра. Вот, я уже много чего сделала. Значит так, я пропылесосила, я попила кофе, я покупалась, я высушила волосы, накрасилась, покормила, напоила Пуму. Начала готовить уже обед, точнее у меня уже готова пюрешка. И у меня уже замаринованы куриные ножки, которые я немножко позже поставлю уже выпекаться в духовку. Вот. Сейчас что мне нужно сделать? Сейчас мне нужно, наверное, что-нибудь выпить или что-нибудь съесть. И мне нужно смонтировать видео на Sweet Home. И мне нужно отснять видео на бьюти-канал. А еще мне нужно сегодня ехать первый день на учебу. Это значит, что мне нужно собрать сумку. Вот, короче, я встала в 8:30. Сейчас 10 утра. Я уже кучу дел сделала. Ну, я собой горжусь. Катя, ты большая молодец. Прибольшая молодец. Ох, так, ладно, погнали дальше. Начнем с того, что нужно, наверное, что-то съесть или что-нибудь... попить. Если честно, есть особо не кушать не хочется вообще. Что делать? Не знаю, что мне делать, что мне съесть, а что не съесть. А вот и мой завтрак. Я сделала себе омлет, такой вот салатик, хлебушек, чай. Так что я буду кушать. У нас уже начало 12-го, так что это мне такой поздний завтрак. Я уже смонтировала видео на Sweet Home, жду, пока оно выведется. И поставила в духовку выпекаться курочку. Ну что, ребят, я готова, уже собрана идти на учебу, вот, и немножко переживаю уже, вот это наушники я делала, закачала новую музычку себе на плеере я слушаю музыку, вот, и сейчас уже буду выходить, естественно, сначала хочу зайти в магазин, поэтому еду немного раньше, вот, и потом на учебу. Постараюсь, конечно, на учебе что-нибудь поснимать, если будет что-то интересно. Но у меня первая пара, которая начинается, она сразу начинается с компьютерного класса. Вот, то есть мы сразу переходим к компьютерам. Не знаю, может, нам будут рассказывать, какими программами мы будем пользоваться. В общем, короче, само интересно, сама не знаю, что будет. Вот, и второй урок у меня... будет, по-моему, теория. Мы будем что-то записывать, не знаю. Ну, там 3 часа я буду сидеть. Что-то учить. У нас, кстати, вот здесь вот дом строится. Так, сейчас. Вот тут у нас дом строится. Видите, там строители все строят, что-то строят. Вечно это шумят, что-то там бьют, пилят. Короче, у нас новый жилой дом будет. Здесь прям вот тут вот. Ой, ладненько, ребятки, ну чё, поехали? Поехали вместе с нами, со мной. Ваня в универе, он сейчас уже, кстати, у него закончится через, сколько, через 20 минут пары. И он поедет оформлять там какие-то бумажки. В общем, он тоже будет... Чё, у меня такой нос красный, не могу понять. Ребят, у меня не красный нос. Или красный всё-таки? Да вроде не красный. Всё, поехали. Ну что, ребят, я уже в Барселоне, иду, направляюсь в нужный мне магазин. Так, а вот этот магазин, в который я хотела, так что пойдемте вовнутрь. Очень странно, но в том магазине я ничего не нашла. Раньше мне столько всего нравилось, а сейчас там вообще ничего не понравилось, ничего не взяла. Сейчас иду в другой магазин. Ну что, я зашла в другой магазин, вот так вот он называется, и здесь я кое-что прикупила интересненькое. Ну что, ребята, первые 2 пары у меня прошли. Я сейчас в туалете. Вот, он такой малюсенький. Их, по-моему, 3 на весь институт. Всего 3 туалета. Отпустили нас, как бы учительница закончила раньше. Поэтому нужно ждать до следующей пары. Ну, 15 или 20 минут. Так что вот такие вот делишки. У нас здесь есть вот такой вот аппарат. И я себе...
сделала сладкий капучино. Вот. Ку-ку. Все, у меня учеба закончилась. Ваня меня забрал со станции. Мы сейчас в супермаркете. Покупаем все для бутербродов и плюс молочко. И там мяско немножко купили. Вот. Мы сейчас, у нас Ваня на родители пригласили на ужин. Они там что-то снимали и говорят, приезжайте, мы сейчас покушаем, так что мы сейчас едем к ним. Вот. И я думаю, уже вечером, когда вернемся домой, я поделюсь своими впечатлениями того, как прошел мой первый день. Ты еще не делилась? Не, еще не рассказывала. Так, поснимала чуть-чуть. Вообще, ребят, извините, если совсем немножко сняла в институте, я немножко еще пока стесняюсь там снимать. Но как только я буду вам побольше показывать. Вот. Но сегодня, если честно, у меня все внимание было на учителей, что нам рассказывали, показывали. Поэтому даже, если честно, и времени-то особо не было вот доставать камеру и что-то снимать. Вот. Но я уже с вами поделилась. Всем. Сейчас придется тетёне с дядьвой рассказать, потом позвонить маме все рассказать, все же ждут, и потом придется еще раз на камеру все рассказать. Нет, можно когда ты будешь кому-то рассказывать, записывать кусочки. Ну да, да, кстати. Я тебя буду харя записывать. Ну хорошо. Ребятки, мы едем домой. Уже очень поздно. Да, очень поздно, и, блин, мы опять, как всегда, засиделись у родителей, все. Приехали быстренько, чтобы это, и уже время 11 часов. Да. Сколько мы приехали? Мы приехали давно. Если я закончила около 6, чуть раньше. 7, да? Где-то около 7 вечера там приехали. Ой, наговорились, поделились всяким. Вот и сейчас, да, едем домой. Бумочка наша ждет. Так что вот такие вот. Ну мы уже приедем, ты расскажешь, да? Да, давай уже дома. В уютной обстановке. Да. Что ты делаешь? Спать хочешь? Да что-то да, спать хочется. Мы завтра, кстати, едем. В Плайдайру. Да. Утром рано. Ну, а подробности вы узнаете завтра. Да, подробности уже будут все завтра. Так, мы уже приехали домой. Вот, и Катя вам сейчас будет все рассказывать, как у нее прошел день. Ты телефон можешь положить, да, не отвлекайся. Да, и вы читали комменты на SweetHome, там же вышел челлендж, что my body, body, шмоди. Вот, ну так вот, начну я свой рассказ. Пришла я в институт. Первый урок у нас был... как же он по-русски его назвать. Ну, короче, я узнала, что мы будем проходить абсолютно все программы. Это будет и Photoshop, и After Effects, и Adobe, Premiere Pro. То есть будем мы работать с теми программами, с которыми, в принципе, я знакома. А только не в принципе, а в принципе. В принципе, я знакома и некоторыми знаниями все-таки владею. Не с нуля буду начинать это все учить. Вот, что еще? До каникул зимних мы будем именно на этом уроке, который мы сегодня будем изучать Photoshop, будем учиться там лицо шире, больше делать, и, короче, нам пример учительница поставила мини-ролик, там, где из девушки-модели, ну, на фотографии была девушка в полный рост, в купальнике красном, и в ускоренной перемотке показали, как на Photoshop из этой девушки сделали кусок пиццы. В общем, ну она там тоже там показывала разные интересные картинки, как не нужно фотошопить, как хорошо фотошопить, то есть чуть-чуть нас ввела в курс дела. И потом следующая пара, которая у меня была, мы будем там больше, конечно, и теории у нас будет, то есть мы будем разбирать, какие существуют планы в съемках, какой ритм, история кинематографа. Естественно, Ваня снимает пуму. Ты рассказывай. Вот, то есть, ну, знаете, первый день обучения, да, вот мы немножко познакомились всего лишь с двумя из 12 предметов, и я в восторге, и мне кажется, мне будет безумно интересно, потому что не будет, нам учителя сказали, что не будет такого, что вы будете сидеть часами писать конспекты, зубрить их, и потом на экзамене это все рассказывать, нет, будет очень много практик,
практики, и экзамены будут практические, то есть нужно будет постоянно что-то делать, какие-то проекты. Что все знания будут применять на практике. Да, причем рассказали какую тему, в этот же день делается мини-практика, чтобы учитель увидел, насколько... Вы умный. Насколько вы поняли... Материал. Материал, да. Угу. В общем, я очень довольна, мне очень интересно, я уже жду завтрашнего дня, потому что завтра у меня будут другие уже предметы. Вот, и пока что мне очень нравится, посмотрим, что будет в будущем, но... Первый день. Да, первый день меня впечатлил. Первый день — это очень важно, когда первый день, если первый день хороший, значит весь год так и будет хорош. И учителя мне тоже понравились, все такие молодые, хорошие, счастливые. Я помню свой первый день в университете, думаю, что за фигня? Нет, у меня такого нет. Ну, потому что университет... Кстати, еще сказали, если хотите монтировать, работать за своим ноутбуком, можете приносить. Что, будешь таскаться с ним? Нет, с этим монстром? Тяжелый монстр этот. Я посмотрю, если у нас на компьютерах будет виснуть, и меня это будет жутко раздражать, то тогда я буду носить свой. Крутая. И тебе Asus могу дать. Нет. Он тупой. Не буду я на него смотреть. Вот. Так что вот такие вот дела. Мне очень понравилось. Вообще я довольная. Как сон. Нас, кстати, на этой неделе мы раньше нас отпускают, потому что как бы всю неделю получается у меня все новые предметы и как бы идет ознакомление, там все такое, и как бы мы еще не начинаем именно обучение. Поэтому завтра, скорее всего, тоже раньше приеду, чем должна. Ну да, у вас там знакомить со всеми. Да. Я, кстати, сказала, когда как бы на каждом предмете там учитель знакомится с учениками, каждый ученик должен немножко рассказать о себе. А, там, чем занимается, какие уже учебные заведения закончил. Вот, и я сказала, что я блогер, особо никто не удивился. Ну да, потом ты узнаешь, что не все блогеры. Такой класс блогеров. Не, пока что я одна, пока больше никого я... Никто не говорил. Да, никто не... По крайней мере, больше никто не говорил, что он блогер. Вот, кстати, по поводу того, все спрашивали в Инстаграм, на кого я учусь. А я буду на данный момент... Отвлекся. Помощником монтажера и помощником режиссера. То есть все, как нужно выставить камеру, какие планы нужно снимать, как это дело все смонтировать, то есть все вот это. Короче, я сделаю более коротко. Катя еще сама точно не знает, кем она будет. Дело в том, что на сайте я смотрела, и там написано, сделав этот курс, с кем вы можете работать. И там везде написано аюдант, то есть помощник. Помощник. Ну, короче, что-то связанное с кинематографом. Не что-то, а все связано. Не, ну я имею в виду, что, ну, что угодно, что связано с кинематографом. Да, то есть, если снятие рекламных роликов. Я могу пойти, да, работать в компанию, которая снимает ролики рекламные. То есть, или свое открыть. Или что-то свое открыть, да, или пойти на телевидение, мы тоже это все дело будем проходить. На телевидении именно там ставить, знаете, как на протяжении всех новостей или на протяжении там всех какой-то передачи меняются планы разные. То одних показывают, то вторых, то показывают людей. И вот все это руководится несколькими людьми, и много экранов, много всяких штучек, то есть в этом кабинете я тоже смогу работать. В общем, можно выбирать любой, потому что я на самом деле не знала, что мы будем проходить Photoshop. Я думала, что у меня будет более узкая такая вот профессия, да, то, что вот монтаж и точка. Оказывается, нет, мы будем проходить и освещение, все, короче. Не хочет, по-моему, больше со мной играть. Короче, я готова говорить об этом вечно, потому что я так рада, что я пошла учиться именно... Лучше, чем в прошлом году? Даже не спрашивай. Меня люди до сих пор спрашивают, что я учила в прошлом году. Косметолога, ребят, я закончила уже давным-давно, мне нужно просто поехать и забрать диплом. Кстати, он уже пришел с Мадрида, его нужно забрать. Вот, а насчет в прошлом году, что я учила? В прошлом году я, как это называется? Ну, короче, это типа вступительных экзаменов, чтобы поступить туда, где сейчас Катя.
мучиться. Они обязательно. Я тоже такие делал. Да, Аня все делали. Пума, ты что не играешь? На. Я уже надоела. Да не, я просто лень. Я лень, думаешь? Он говорит, я такая толстая. У нас, не хочу. У нас все время, которое не снимала, она да. А что еще делать? Закинул. Видео бы смонтировала. У нас уже все умеют монтировать видео, одна Пума не умеет. Кто все? Не все умеют монтировать. А, да. Не все. У нас все, кто умеет монтировать, это я, Ваня и тетя. Все остальные не хотят учиться. Это чревато. Тем, что потом придется всегда монтировать. Это как с кофе, мой папа. У меня в семье, короче, папа очень любит кофе. У нас была кофеварка другая, не такая, как у нас дома, а в такой, типа, чайничек такой. И как раскручиваешь там, заливаешь воду, добавляешь кофе, закручиваешь, ставишь на газ. Так вот. И всегда делала моя мама папе кофе. И тут в один прекрасный момент мама говорит: «Дося, хочешь, я научу тебя делать папе кофе?» Ну, Катя же тогда еще была очень наивна, глупа и наивна. Я говорю: «Да, мамочка, да». Конечно. Мама меня научила, и потом я поняла, что мама просто не хотела делать кофе так часто, потому что папа очень часто пил кофе. И скинула эту обязанность на меня. Я даже об этом не подозревала. Да. Короче. Поэтому кофе сейчас делаю всегда я, практически. Почему? Когда мы жили у твоих родителей, я делала кофе довольно часто. Я говорю, сейчас. А, ну сейчас ты делаешь, да. Но я тоже по выходным делаю типа. Ну да, кофе. Когда я сплю. Да, я на выходных делаю. Хрю-хрю, Катя мне кофе делает. Потому что я в последнее время чуть раньше встаю, чем Ваня. Потому что я все время раньше тебя встаю. На полчаса. Ну какая разница, знаешь, как эти полчаса чувствуются? Каждая минута. Да. Каждая минута, конечно. Нам завтра тоже рано вставать. Ты знаешь, что мы сейчас отсняли 10 минут? Люди, ну, надеюсь, было интересно. Ну, конечно, интересно. Слушай, я тут распиналась третий раз уже. Я даже Пуму поснимал немного. Я вот это все, что я вам рассказала, я рассказала один раз, рассказала второй раз, сейчас рассказываю третий, а завтра придется еще и маме с папой рассказывать четвертый раз. Вы представляете, как я уже запомнила, закрепила весь материал? Мы можем этот кусочек им просто показать. Точно, и не надо будет рассказывать. Ты гений, Зая! Я гений. Все, ребят, на этом заканчиваем. Все. Идем ложиться спать, потому что нам завтра безумно рано вставать. Как обычно. Как обычно, мне придется встать. Ну, меня поцарапала. Воткнула свои коготки. Почему, что, зачем и к чему? И почему мы завтра уезжаем так рано утром? И почему? Короче, все узнаете завтра. Окей? Огромное спасибо, ребятки, за комментарии. Я когда, ну, как бы, когда загружала этот челлендж Touch My Body, я так переживала, что будет много плохих комментов. Но когда я открыла комментарии, там такой позитив, и я прям вообще большое-большое спасибо. Когда вы пишете хорошие комментарии, когда вы все такие на позитиве, это безумно приятно и придает больше сил, энергии, чтобы снимать еще какие-нибудь интересные, смешные, прикольные видеоролики. Я вообще полностью тебя поддерживаю. Я знаю. Все, спокойной ночи, всем пока-пока. Ютубинцы, спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень.